Так, наша кошечка очень любит в окошке сидеть и наблюдать за детьми со школы. Но это не помешает ей отвлечься на наши любимые таблеточки, витаминчики с кошачьей травой. Одной маленькой упаковочки, по-моему, там было по 40 или по 60 грамм, не помню, нам маловато. Поэтому мы вот купили вот такую вот большую упаковочку, в которой 200 грамм и 330 штук. Срок годности замечательный. Секундочку, так чтобы было видно. Мы купили ее еще, по-моему, в декабре 2020 года. Вот замечательные таблеточки с кошачьей мятой, которые нравятся нашей кошечке. Сейчас продемонстрируем, как она с удовольствием их ест. Ой, это наша любовь. Иногда мы просыпаемся и будем всех для того, чтобы получить. Но, к сожалению, просто так мы ей не даем. Только в ограниченном количестве. Поэтому достаточно. Несмотря на то, что она их очень-очень любит. Много ее этим кормить, конечно, не стоит. Для этого у нас есть корм Royal Canin, потому что у нас Аля Мейн-кун. И она его также любит, с удовольствием ест.